тебе умылися. На полу ми запали вогонь. Знову і знову. Чернігівська співачка Олена Михайлова все життя займається музикою. Каже, що любов до неї народилася раніше, ніж сама артистка. Наверное, еще в утробе матери я ей всегда мешала во время беременности различными звуками, толчками и прочее под музыку. Мама у меня тоже с самого, так сказать, детства пела, но так сложились обстоятельства, что у нее по музыкальной сфере не сложилось. Вот. И она была уверена, что музыка – это не то, что нужно было, допустим, мне. Но уже за 18 лет именно уже профессиональной как бы, деятельности в этой сфере я маме доказала, что обратное. Свою карьеру вона починала сольною співачкою, однак мріяла виконувати пісні в різних стилях. И у меня вот так складывалась жизнь, что каждая моя мечта потихонечку сбывалась, потому что в школьное время, когда были в моде вот рэпера, да, там бибой, я мечтала петь с рэперами, вот, то есть, чтобы они там читали рэп, а я красиво на припевах. Это у меня было. А потом я там, допустим, мечтала выступать там драмтеатр, площадь и прочее. То же самое, потихонечку я к этой мечте дошла. Певний період Олена Михайлова співала рок. Потім з'явився авторський україномовний гурт «Еріс», який з часом розпався. Дітки у деяких учасників колективу з'явилися. Ну, звісно, пріоритети трохи інші. Вот. Во время «Еріса» у мене з'явився кавер-бенд «Адамс Фемелі». Теж, це, мабуть, єдиний кавер-бенд в Чернігові, який грав вот именно старий рок. Но, так як показує практика, на свадьбах не всегда это заходит. Ну, мы начали по чуточку добавлять попсу и прочее. Співала в гурті «Наст», разом створили репертуар. Два раза мы распадались тоже из-за некоторых рабочих моментов, потом снова сошлись, уже практически выпустили альбом. Ну и так сложились звезды, к сожалению, что сейчас снова мы распались. Поэтому сейчас у меня только кавер-бенд. Ну і пою сольно. За час кар'єри були моменти, коли хотілося все покинути. Особливо на емоційний стан співачки впливав карантин. Коли ти сидиш 2-2,5 місяці ну, без роботи, без вокала, я вже і скачала вот ці всякі музикальні приложення, вже пела в інтернеті, і ми з другом Ігорем Хоніним делали прямі ефіри. Вот. Тобто ти пытаешься как-то заповнити ту пустоту. И было у меня пару раз моменты, когда уже все, не хочу, оно мне не надо, я уже старая, если я до сих пор там не добилась большой ну, сцены. Подолати такі моменти допомагала підтримка рідних, близьких та друзів. Зараз же роботи вдосталь, а часу на себе майже не вистачає. Адже за розкладом співачки в день родина, ввечері робота. Времени практически не хватає. Так как я еще работаю по вечерам в заведениях, я приезжаю домой поздно, пока приготовился к сну. И плюс ты очень сильно отдаешься энергетически на работе, ты отдаешь вот свои эмоции, да, вот все. И вот пока выйдет этот адреналин изнутри, пока он успокоится, ну я же не могу заснуть. Поэтому я до 3-4 часов утра кукую то в телевизоре, то в соцсетях, ну, не знаю, вот график, минус моей работы, что у меня полностью сбился вот график, режим сна. Олена Михайлова всего училась сама. Каже, что мелодии схоплює на слух. Достаточно послушать один раз песню, я ее как бы перепою вообще без проблем. Но вот, допустим, нотная грамота, да, я там знаю до ре ми фа соль ля си до и прочее. Вот, но именно техника у меня немножко как бы это такая больная тема, потому что многие ко мне обращаются, чтобы я деток, допустим, учила, а я не могу научить. Я могу, там, допустим, рассказать какие-то свои, именно лично свои моменты технические, вот, которые я для себя да, там, нашла, открыла. А вот именно поставить ребенку голос, и не только детям, а и взрослым тоже, к сожалению, я вот не могу. За її словами, співак повинен постійно працювати над собою, аби не втрачати професійних навичок. Для цього потрібні бажання та наполегливість. Там, коли болею, я дня 3 не попела, а моментально сразу вот садятся голоса. Ну, не садятся, а наоборот, они, в принципі, відпочивають. Но вот как будто навыки пропадают. Вот, то есть нужно постоянно тренироваться. Это так же самое, как в спорте. Если ты не будешь тренировать свои мышцы, да, ну,
Понятное дело, что ты не будешь там качком и прочее. То же самое с голосовыми связками. Они теряют тонус и, ну, естественно, навыки пропадают. Друзі співачки кажуть, що в ній живуть дві особистості – жіночна Олена Михайлова та пацанькуватий Михалич. Саме співи виступи на сцені допомагають їй розкривати свою дівочу сторону.